Но дело в том, что если раньше так называемые горячие войны и горячие конфликты могли осуществляться с помощью, скажем, стрелкового оружия, да, то сейчас на вооружении крупных государств, таких как Россия, Америка и многие другие, существует ядерное оружие. И эта война, она бессмысленная, это всего лишь нажатие нескольких кнопок для того, чтобы уничтожить полгосударства. Поэтому, конечно же, целесообразности в горячих войнах нет абсолютно, и все государства это понимают. На мой взгляд, у нас хороший президент, который не допустит того, чтобы... Если даже сильно хотят нас впутать в войну, не войти в этот конфликт.